Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Gas Station Simulator. Я хочу выразить благодарность Александру и Александру за то, что помогли мне со сбором на фон. Теперь у меня не будет зеленки, теперь я не на прозрачном фоне, теперь я вот на таком фоне. Отличном. Мне он очень нравится, спасибо вам большое. Невероятно помогли. Смотрите, значит, мне сказали, что нужно смотреть по сторонам побольше и посмотреть на задание. Мы... Это учтем с тобой и будем смотреть получше. Уберите сток сена, чтобы склад снова заработал. А куда его нужно убрать? В мусорку. Хорошо. Открыть нужно рычажком склад и повыбрасывать все в мусорку. Я так предполагаю, что реально все нужно в мусорку выбросить именно, потому что просто так. Хотя, может сюда? Может? Нет, сюда нельзя, смотри-ка. Нужно прям реально все в мусорку выбрасывать. Да? Хренушки. Просто нужно выбросить. Типа просто надо? Просто... А, да ёшкин кот. Это просто можно переложить, и все. Просто можно перекладывать. А, ага. И раз-два. Надо просто выносить это все. Я понял. То есть, ну или просто на улицу разбрасывать, или же в мусорные баки, ну что гораздо более разумно. Поджигать здесь ничего нельзя? Если можно поджигать, давай я сожгу сено просто, и все. Здесь как бы что? Все стоит, и сено горит хорошо, быстро и практически бесследно. Но игра от нас хочет чего-то другого. А здесь сено, вот оно прям стоит. Давай вот сюда наложу. Че оно, блядь? Зачем я это в мусор складываю, не знаешь? Я тоже не знаю. Чистку, покраску для восстановления склада. Да не буду я ничего использовать. Я просто вот так вот наложу вот сюда вот эти стогов. И пусть лежат. Опа. Собственно говоря, у меня там полный мусор, клиент у кассы и клиент у топлива. Я на это, конечно, смотрю, я это вижу, но задание у меня стоит немножечко другое. То есть мне нужно расчистить было, я расчистил. Давай пока с тобой закроем, пойдем, обслужим кассы, обслужим заправщика сначала. Блин, уже поздно. Заправка уже не работает. Заправки уже уехали. L-Shift начать игру. Так. А чё красным горит? Чем-то красным... Чего? Чё красным загорелось? Чё красный крест был? Не знаешь? Я тоже хрен его знает почему. Хрен его знает. Не очень я внимательный, конечно, молодой человек, но а что поделаешь? Со всеми бывает. Ух, что кряхтишь, как дед старый. А, потому что ты дед старый. Так. Обслуживать клиентов, это, конечно, весело. Но трудозатратно. И время затратно. Он пришел за одними чипсами и стоял в очереди. Мог бы взять уже и уйти в конце концов. Вы получили чаевые от клиента. То есть это быстро, наверное, все сделал, что аж... Клиент меня поблагодарил. Так, а мусорка что здесь летает? Мешки мусорные, наверное, нужно взять, да, заправить, да? Да, смотри-ка. Так, а там тоже, да, хорошо. Все повыбрасываю, чтобы оно здесь просто так не лежало. Кстати, смотри-ка. А давно у меня здесь место появилось? Наверное, да. Так, руку выбираю, иду в мусорные баки выбрасывать. У меня есть письмо. Письмо есть. Значит, я его сейчас прочитаю. Так, ну-ка. Не цепляйся. Пойдем письмецо прочитаю. Это склад. А на почте чего? Склад и поставки. Пора сделать первую покупку, малыш. В прошлый раз я доставил для тебя товар, ты сам выбираешь, что продавать. Да, понял. Обязательно перепроверить цену. Для себя ты хочешь... Ошибка с мягким знаком пишется. Продавать по стабильной цене, но поставщиков это редко волнует. Покупай тогда, когда тебе точно будет... Когда она точно будет самая низкая. Короче, я понял. Открытие и закрытие АЗС. Ты можешь открывать и закрывать свою заправку в любое время. Это остановит приток прибыли, но даст тебе минуту, чтобы расслабить булки. О, и во всем этом есть прикол. Если сильно много машин и народу, жми суперкнопку рядом с рычагом. Сложняк с коллапсом разруливается примерно за 10 секунд. Хорошо, понял. Обновление. Так, кредит. То есть я могу кредит еще взять. А, так, мне нужно восстановить.
Восстановил склад. Уровень склада повышен до первого уровня. Это меня радует, несомненно, но... Но надеюсь, звук по игре будет вообще хорошим. Потому что что-то он каким-то очень, очень тихеньким был. Давай прям 5 секунд. 5 секунд прям подожди. Вот так вот сделаю. Ну, типа, чтобы было. Надеюсь, будет слышно и меня, и игру теперь. Что хотел сделать? Закажи еще продукты во вкладке ПК-доставка. ПК-доставка, товары. Какие у нас товары с тобой? Напитки первого уровня. Алкоголь, сигареты. А, то есть... Ага. Доставка продуктов. Цены меняются каждый день в полночь. Зеленые стрелки указывают на выгодную. Красные означают, что цена менее выгодна. Вы будете получать прибыль независимо от этого. Однако, чем дешевле вы покупаете, тем больше прибыль. Соответственно, логично, да. Напитки. Давай напитки. Вот, смотри. Рыжая газировка. Угу. Давай вот этой купим. А я сколько раз в корзину положил? Где корзина-то? Подожди. Ты дурак, нет? А, вот корзин. Чё ты постоянно... Чё за бред? Как удалить из корзины все это? Мне чипсы вот эти не нужны, они по плохой цене. Постоянно херится, короче, за... кнопка и... перебрасывается на центр. Не знаю, из-за чего. Может быть, из-за того, что запись идет. Может быть, из-за того, что ей так хочется. В корзину положу и оплачу. Заказываю. Пока что по-маленькому, знаешь, мы с тобой будем заказывать, потому что, ну, зачем нам помногу заказывать? Помногу нам пока еще не нужно. Ты сюда пришел специально, чтобы мусор выбросить или что? Дружище. Пойдешь что-то покупать? Нет? Если да, то... Блин, ну они все будут ходить здесь. Дождитесь прибытия грузовика, затем разгрузите всю продукцию на склад. Хорошо, а где клиенту топливо? Пойдем клиенту топливо закажем. А, грузовик еще не доехал, 450 метров целых. Все, я понял. Самое главное вовремя смотреть налево и направо. Давай заправлять. А что, поехало? Отлично. Хорошо-то как, смотри-ка, вошло. Где мышка-то? Да возьмись. Бесишь меня. Что-то ты беспокоишься, что тут все странно. И это... Не надо тебе об этом беспокоиться. Ты лучше беспокоился, что ты прозрачный. И что через тебя можно ходить. Грузовик достаточно близко уже. И сейчас он подъедет уже. Сейчас он уже подъедет. Угу. Мне, кстати, достижения, смотри, надавали. Сегодня. 3 штуки уже дали. Так, сейчас обслуживаю клиента и иду. Это все было? Отлично вообще. Пойдем, грузовик подъезжает уже к нашему складу с тобой. И сейчас будем разгружать. Что будем разгружать, хрен его знает. Да, по сигнали еще, конечно. Закатывайся. Блин, вот это тут срачельник, конечно. Вот это здесь срачельник. Етить его, колотить. Серьезно. Ни хрена ты выплыл. Так, а можно вот это все повыбрасывать вот так, нет? Нет, блин, слушай, это крупный бытовой мусор. Он, получается, выбрасывается немножко иначе. Ручками каждый. Ладно. Так, дружок, ты подождешь? Подождешь, наверное, да? Ничего страшного у тебя не случится, если ты... Если ты... Блин, полная мусорка в конце-то концов. Ладно. Еще и сено прозрачное. Сено прозрачное, но только для меня. Для сена, для другого это не прозрачно. Короче, кладу вот сюда. И иду разгру... Чего? А, press F to play. Ну-ка, здесь у нас с тобой... Апа, смотри, как оказывается просто все это делается. Гораздо проще, чем мне казалось. Я думал, что это будет гораздо сложнее. Но нет. Это вот он сейчас поднасрал? Мне кажется, что я убирал же все только что. Давай, дружок, вали отсюда. Так, на складе нужно будет разобраться. Клиент у кассы уже стоит. Так, стульчик вот сюда. Закрываю и бегу. Знаешь, куда? Я бегу к топливу сначала. К топливу, потому что заправка приносит гораздо больше
гораздо большую прибыль, нежели все остальное. Клиент у кассы подождет, а топливо заправляется очень быстро. Ага, поздравляю. Поехали. Ух, ничего себе, как я быстро все сделал. Так, нужно заказать вывоз мусора, потому что уже мухи летают около контейнера. Хотя, блин, еще не все повыбрасывал. Блин, нужно, наверное, все повыбрасывать и тогда уже заказывать. Так, здесь что? Опа. Здорово. А так должно было быть, да? Товарищ полицейский. Никаких проблем? Наверное, нет. Погнали. Тихо. Чуть не бросил. Чуть нет, самое не проехал мимо. Давай, счастливого пути, товарищ. Короче, сейчас я повыбрасываю весь мусор, который у меня есть. И тогда закажу вывоз. И потом уберусь на складе. Собственно, куда ты полетел? Такой легкий, что ли? Собственно, такая у меня пока стратегия. Главное не забыть. А что там написано-то? А! Place 10. Все повыставляю. И из еды Place 10, Place 10, Place 10. Все, заполнил, в принципе, все, что... Возьми трубку у твоего дяди. Есть несколько слов для тебя. Сейчас я полицейского заправлю, и будет у него несколько слов. Давай. Выходи скорее. Дружочек. Пожалуйста. Главное, чтобы по башке сейчас никто больше не давал. Я вижу, ты усердно работаешь над тем, чтобы твоя станция снова работала. Парень, хорошо, я бы не хотел, чтобы было иначе. Я просто хотел напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес и хочет видеть твое процветание, но мое одобрение — это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить, это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Хорошо. Хорошо, буду знать. Популярность. Собирай положительные отзывы клиента, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Повышение популярности увеличивает трафик вокруг вашей станции. Хорошо, вы что друг друга бибикаете-то? Вам заняться больше нечем. У тебя есть новое письмо. Пойдем письмо читать. А, оборудование. Прочее. То есть я буду сейчас еще парковку расчищать. Блин, нужно очистить территорию и за 399 купить еще один... Один этот кусок земли. В ментов входит, смотри-ка, ну. Так, а где мой Рудик? Или как его там звать? Где трактор, на котором я копаю все? Купи унитаз. Я, конечно, куплю унитаз. Подожди, сейчас Рудиком только воспользуюсь. Просто, ну. Ёб твою налево. Кончился бензин, смотри-ка. Остановись. А где канистра, кстати? Где канистра? Канистра у меня в руке. Бегу к заправке. Это склад. Я и побежал не туда совсем, куда нужно было бы. Чуть-чуть дезориентировался. Клиент топлива. Ладно, сначала клиенту топливо, потом сам себя заправлю. Хорошо, дружок. Я знаю, спасибо. Так, берем с тобой... Не то. Берем с тобой вот это. Рудика заправляю. Чё они ездят друг за другом, я не пойму здесь. Им заняться, что ли, нечем, или что-то еще. Так, F для начала управления. Погнал я. Расчищу парковочное место. Зачем я с этой стороны поехал, я не знаю. Просто, скорее всего, я подумал, что я смогу здесь проехать быстрее. А по итогу я застряну сейчас. Хорошо, здесь крыши не сносятся. Клиент у кассы. Блин. Клиент у кассы, ты так не вовремя пришел. Ой, какая вы очаровательная дамочка. Ну-ка. Че вы там покупаете? Газировочка. И все, да? Тебе тоже хорошего дня, давай счастливого пути. Так, а где мой трактор-то? Вот он, трактор. Он доехал прям до места назначения. За два захода еще, ёшкин кот.
Давай, разворачивайся. Скорее. Поехали. Поехали, говорю тебе. Рудик, давай, повелись. Клиенту топливо. Опа. Поехали. Давай. Там товарищ полицейский хочет заправиться, и мне нужно ему налить немножечко бензинечку. Он долго ждать не будет, он вообще важный человек. Торопится, наверное, куда-нибудь. Опа, все, заправил. Сейчас бибикать будет, но в конце концов, подожди, Рудика не обижай. Во. Отлично. Но ты в меня едешь и мне бибикаешь, ты дурак, нет? Ты правила учил вообще? Человек не сбил, смотри, он безбашенный. Он вообще башкой не думает, он просто ехал... Как повезет. Типа... Я прав. Нехорошо так поступать, конечно, нехорошо так ездить. Так. Так, поехали. Сейчас пойду туалет куплю. У меня уже есть деньги, кстати, на заправку. Точнее, не на заправку, а на новую парковку. Она по факту мне не так необходима уж, но все же я могу ее приобрести. Могу. Так, подсказки туалета обеспечивают положительный отзыв клиентов при условии... Блять, пока читал, наехал на камень. А, при условии, что вы содержите их в чистоте. То есть мне еще и туалет чистить придется. Ёшкин кот. Как здесь много всяких условий. Так, Рудика на парковку. Рудик должен ехать на свое место. А чё, колеса не крутятся, когда топлива нет? Блять, обидно, конечно. Ну ладно. Ничего страшного. У меня, кстати, топливо-то есть? Ох, здесь топливо. Как посмотреть? Варихаус. Пойдем закажу топливо. Потому что топлива, скорее всего, у меня совсем нет. Газстейшн. Больше инфо. Топливо осталось 69 литров. Давай мы с тобой его закажем. Наверное, лучше да. Ну. Подожди, как выйти-то отсюда? Поставка. Поставка топлива. Заказать 100 литров. За 225 ошалеть. Нет, лучше подожду. А, у тебя есть письмо. У меня есть еще клиент. Давай. Скорее. Оп. Да, пожалуйста, обращайся. Я всегда боялся вот этих хреновин. Они типа, знаешь, они крутятся и когда-нибудь кому-нибудь на голову упадут и все, и сломают тебе шею. Будет неприятно, но... Ну что ж поделаешь. Мы с тобой сегодня как никогда прекрасно просто работаем. Блин, вы получили чаевые $1. Ошалеть, вот это да, вот это щедрость. На самом деле 70 рублей дали. 70 рублей, это не хухры-мухры вообще-то. Ну-ка, подожди. Да подожди, ну ровно положи ты ее. Спасибо. Я почему-то не могу войти в ту комнату, которая находится вот за вот этой дверью. Я могу... Блять, то не добрасывать, то перебрасывать. Что за жизнь? Почему-то оттуда вытащил вот этот вот мокрый пол, и все, и больше там ничего нет. Или не оттуда я вытащил. Ну как-то она откуда-то у меня в руках появилась, эта табличка. И все. И как будто так и надо. Так, а стол нужно вытаскивать? Нет. Или, может, он нужен? Ты перевернись. Ты дура, что ли, совсем? Нет, ты стола не видишь? Женщина. Во. Перевернул. Она сама шла в этот стол и врезалась. Ну, так, конечно, не делается. Это не особо адекватный поступок взрослого человека. Сознательного, хочу заметить. Так, где компьютер? А, вот он. Точнее, монитор. Невероятно тяжелые мониторы. Они весят килограмм по 30. Так, это все, что ты хотела, да, понятно? Сканер комбо 9. Дверь не открывается. А, туалет фри, ёшкин кот. Туалет фи. Туалет фи $1.50. Давай туалет фи купим. Оборудование. Прочее. Прочее, туалет мне нужен. Туалет. Вот, парковка. А здесь есть еще туалет. Во. Туалет. Купить. Надо две купить.
Подожди, а что нельзя? А, на третьем уровне заправки получается? Чего? Есть новое письмо, и у меня есть клиенту топливо. Ну, давай топливо заправим. Хорошо, 47 долларов просто прилетело только в путь. Теперь у меня есть туалет, который я могу, кстати, чистить. Идите, его, кого убили здесь. А это не убили, это насрали. Ёб твою мать. Ну и дела. Кто ж говно так кладет, ну? Это так не делается. О, блядь, я руками потрогал. Ой, фу. Ладно, давай, я возьму швабру, метла. Я знаю, как метлой это пользоваться. Фу. Пойдем еще вот внутри приберемся, потому что там уже что-то грязюка такая. А, у меня вон ватерклозит, грязность, чистота, точнее, ватерклозита, и вот чистота нашего с тобой приемного отделения. Чистота на высоте, просто так, ну, некрасиво ты поступаешь, товарищ полицейский. А как вот это скукожить и выбросить? Никак, да, жаль. Так, ладненько, раз, два, три. Вот это бы, конечно, помыть все, потому что все это такое грязное, что прям ужас. Опа, подожди-ка, там клиенты. Клиент на кассе, клиенту топлива. А, уровень топлива низкий. Не то немножко прочитал, но ничего страшного. Правильно. Главное вовремя понять. Ха-ха. Чаевые от клиентов в размере 0,75 доллара. Лучше бы не позорился. Оставил бы себе. Так, ты и все? Ты и сделала все дела, женщина? Молодец. Пойду топливо еще закажу, потому что топливо уже на исходе. И заказать нужно вывоз мусора. Так, вывоз мусора, доставка. Вывоз мусора заказать. Так, давай-ка мы пробьем тебе товары. Ах, спасибо тебе тоже. Правда, уже вечер и как бы 4 ночи, я так понимаю, да? 4 ночи же уже. Офигеть, у меня сейчас задержка была такая дикая на камере, я сейчас только понял. Ничего не поделаешь, она бывает такая, знаешь. Поэтому я сейчас на стриме собираю на камеру. На новую камеру, которая будет непосредственно камерой, а не телефоном. Я же с телефона записываю, поэтому да. Поэтому заходи на стримы, обязательно заходи на стримы, и там уже мы с тобой... Будем, так сказать, общим делом заниматься, собираться по копеечке, да соберем с тобой на новую камеру. Потому что камера это, ну блин, основная часть, можно сказать. А потом уже и на видеокарту будем собираться, потому что видеокарта скоро уже станет совсем неактуальной, и придется мне покупать. А с нынешними реалиями это пипец как тяжело. И только благодаря тебе я смогу это сделать. Ну, кстати, можно не только на стриме, есть ссылочка в описании, как бы ты в любой момент можешь взять, зайти в описание, посмотреть там, что там происходит вообще. Там есть ссылочка такая, ты на нее нажимаешь и делаешь то, от чего зависеть будет. Все будет зависеть от этого. Давай все повыбрасываю, потому что, ну, охрен ли. Тихо. Музычка там такая, знаешь, бодренькая пошла. Уровень топлива низкий, а топливо-то я не заказал. Молодец. Музычка-то бодренькая, но ты ее почти не слышишь. А знаешь почему? Потому что почему-то так тихо стала музыка играть в игре. По крайней мере, по сравнению с музыкой, которая была при запуске игры. Подожди, я застрял. Я совсем застрял. Нет, не застрял. А, вывезли мусор, ты ёшкин кот. Ничего не застрял. По сравнению с музыкой, которая была в самом начале игры, на заставке, это очень тихо. Здорово, мужик. Все вывез, молодец. Так, метелочку надо взять. Подмести. Подгрести. И в ватерклозете тоже. Отлично. И пойти заказать топливо. Топливо, потому что у нас с тобой мало. Говорит нам игра. Соточку закажу. Да? Соточку же закажу. Может, еще соточку? Заказ был уменьшен? Да, отлично. На 155 литров. Клиенту заправки. Давай-ка мы с тобой заправим клиента.
Хорошо. Уровень топлива низкий и письмецо. Повысь рейтинг популярности станции на 1. Чем выше уровень популярности, тем больше трафика. Ну, уровень популярности чисто с клиентами приходит же. Он же просто так-то не приходит. Подожди, надо заказать продуктов. Надо заказать продуктов. Водички надо заказать какой-нибудь разнообразной. И еды тоже. Ну, потому что... Потому что люди-то там сидят, типа, и... Есть хотят, наверное, не знаю, там, доставка, товары, алкоголь, сигарет давай закажем. Вот, наверное, давай премиум тубаку, корзинку брошу, мороженое куплю. Вот этого дешевенького, чтобы, ну, типа, алкоголь кто на заправке продает вообще. Давай вот этого закажу. И давай закажем с тобой еще каких-нибудь... Да вот этих закажу. Да, отлично вообще. Заказ. Здорово, мужик, очень рано пришел, еще пиво не приехало. Удерживать губку. Подожди, а губку... А как-то можно это все дело отдельно протереть? Я бы не хотел сейчас, так скажем, страдать из-за этого. Так, здорово, мужик. Эй. Все. Ну, ты стоишь. Что же я тебе могу сделать? Что ты показываешь мне? А что я могу взять? Что это я взять могу? Мужика взять могу? Не, мужика я взять не могу. Не, ну ты дурной, нет. Бензин привезли, что ты орёшь-то? Клиент у кассы. И клиент у заправки, кстати. Клиент топливо сейчас будет покупать. Так, что там нужно удерживать-то? РМБ использовать губку. Вот как это работает. Вот как можно выбросить товар. What? Чё, вот. Блин, извини, тётька. Извини, я не специально же. Блин, как всё сложно-то. Как всё сложно. Доставка приехала. Так. А я закрыл вентиль? Наверное, закрыл. Наверное, да, закрыл, потому что иначе-то, блин, ругалась бы игра. Правильно? Правильно, конечно. Да не бибикайте вы все, бибикайте вокруг. Чё вы от меня хотите-то? Заезжай. Хорошо. Разместил. Уезжай. Я ждать тебя не намерен здесь, туалет. Давай, вали отсюда. Вали, мужик. Уезжай, у меня там очередь уже. Сейчас будет, наверное, когда-нибудь. Но это не важно. У меня будет скоро очередь. А он меня задерживает. Я разгрузил гораздо быстрее, чем он, блин, останавливался даже. Ни хрена у него... Смотри, у него задняя ось поворачивает. Или у него съехала просто она нафиг. И все, и больше работать не будет нормально. У него машин поворачивать тоже не станет. Так тебе и нужно за твою медлительность. Самолеты летают здесь, все дела такие, знаешь, типа... Популярное местечко. Так, здесь вроде не натоптано. А вот здесь натоптали. Надо это подмести. Хоп. Ну что это такое? Отличненько. Хорошо. Руку выбираю. И, собственно, что теперь-то? Подсказка выше. Чем выше, тем лучше, тем... Тыры-пыры, 8 дыр. Машин-то смотри, сколько прет. Ошалеть. А что они едут-то все? Вон туда-то чисто они едут просто так покататься или что? Они же даже не заходят особо. Давай. Задание выполнено. Популярность выросла. Уровень популярности 2. Отлично. Самая лучшая у нас заправка с тобой будет. Уровень популярности 2. А, новый клиент у кассы. Давай, мы тебе пробьем все чипсы твои. Конфетки, чипсики, все дела. Пойду еще разложу. Ой-о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 й. Так. Мужик или женщина, кто ты там? Я не успеваю раскладывать товары. Так, что-то нужно нажать, чтобы поставить ЛМБ. Товара больше... В смысле нет? А, наверное, это нужно будет в холодильник, что ли, ставить? Подожди, давай купим, посмотрим, что там оборудованием. Стеллажи под алкоголь, стеллаж. Маленький стеллаж с алкоголем. Денег не остается у меня совсем. Но алкоголь мы сейчас будем продавать, поэтому... Получается что? Получается... Получается у нас с тобой все хорошо.
Вот здесь будет алкоголь в углу стоять. Ну, типа, чтобы не мешал людям, которые не пьют, чтобы он не раздражал глаза. Доходность просто, наверное, будет очень хорошая с алкоголя. Я думаю, что... Я думаю, что пойдет все как по маслу. Так, расположу. Так, а где пивасик? Вот пивасик. Алкоголь. Письмо есть. А, письмо. Купить мастерскую с главной вкладки ПК. Ну, мастерская стоит, блин, аж целых $300. Так что давай мы с тобой на него накопим эти $300 и... И все. И, собственно говоря, будет у нас с тобой все хорошо. $300 накоплю и... Закончим с тобой серию. Хорошо. Товарищ. Угу. Что у нас здесь есть-то? Что можно сделать? Что можно... Можно просто поубирать. Что такое? Можно убрать мусор. Блин, нет. Давай мне очки за меткость. О, последний бросок. 7.23. Ася, отсюда бросить. Блин, не добросил. Ну, ничего страшного. Клиент у кассы. Поехали. Сканер комбо. А, я понял. Это комбо, типа, беспроблемные пробивания. Ой, газовый баллон. Газовый баллончик. Опа. Не бомбанул, и хорошо. У вас есть новое письмо. Это тоже здорово, конечно. Но пока что мне оно не нужно. Это в этом письме сказано, чтобы я улучшил, а у меня денег столько нет. Если бы они с неба сыпались, тогда был бы другой разговор. А так, пока что, знаешь, пока мы с тобой не накопили ни на что, мы с тобой пока что никто. Денег нет, но вы держитесь. Ой, нихрена себе натоптал, дружочек. На-ка, угу. Ручки. А где же ручки? А где же ваши ручки? Ошалеть, сколько они натаптывают здесь. Опа, за пиво Андреем пошел. Молодец, молодец, поднимай мою, так сказать, доходность. Ой, перебросил. Да? Да, нет? Да нет, наверное. Подожди-ка. Не, смотри, прям ровно упало. Пошло-поехало. Тихо, чуть мимо не упало. Ага. Вы получили чаевые от клиента. Ну-ка, дружок, давай, уходи, там уже ждут. Угу. Да, пожалуйста. 5 комбо уже. Ошалеть, какой большой молодец. Так, вот тут вот уже плоховато. Ручку. А в мусорку. Все в мусорку нужно бросать. Все нужно бросать в мусорку. Все, что ты видишь, нужно бросать в мусорку. Дружок, здорово. Я хочу обслужить до заказа, понимаешь? Я просто очень тороплюсь. Нужно очень-очень быстро все делать. Сумку, кстати, кто-то просрал. Мне кажется, нужно подать в бюро находок. Что-то, по-моему, мимо полетело. Нет, не полетело. Красота. Так, машины ездят, все дела. Красота. Осталось 200... Ты дурной, что тебе нравится просто бибикать или что? Или просто заняться нечем? Люди такие странные, знаешь? Блин, это же мусоркой можно собирать. Подожди, мешком мусорным. Хожу, по одному бросаю. Автомобиль, нуждающийся в ремонте, будут прибывать в гараж автоматически, пока открыты двери. А, это типа пока еще я не купил, поэтому пока для меня это не особо важно. Цветочек какой-то. Ну тоже в мусорку, хрен ли он лежит здесь. Так, 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 так. Что еще можно выбросить? Да, наверное, все. Наверное, пока что все. Пойду-ка выброшу вот сюда. Очереди нигде нет. Поэтому предлагаю пока что заправить, наверное, канистру. Правильно я говорю? Правильно. Канистру нужно заправить. И заправить Рудика, поставить его на место, чтобы он стоял там и не грустил посреди дороги. Полная канистра. Людей не едут. Почему они не едут ко мне? Я что плохого-то кому делаю? Давай мы с тобой заправим машину. И поставлю я, наверное, ее... Ну-ка, блин, брось. У кассы очередь. У кассы очередь. Клиент у кассы и у топлива. Это меня совсем не радует. Но, тихо, выйди. Выйди и побежали пробивать.
Я не знаю, кто первый пришел. Наверное, касса пришла первой, поэтому давай мы кассу пробьем. Там особо, наверное, немного. Осталось 7. Ошалеть. Женщин, ты решила все пиво у меня скупить, что ли? Да, обращайся. Так, мужик, ты не уходи, самое главное. Мы сейчас все тебя заправим. Все будет в лучшем виде. $182. Прямо прям впритык накопим и с тобой купим мастерскую, отремонтируем ее. Будет все чики-пуки. Ага. Так. Оп, вообще все чисто. Второй уровень 34 уже. Процента. Угу. Ага, блядь, зачем я ее взял-то? Так хорошо стояли. А зачем они вообще кому нужны? Подожди. Я ее просто выбросил, да? Отлично. Так, товаров больше нет, очень жаль. Товарищ полицейский, что вам пробить? 2 товара всего. Вы что-то сегодня прям по мелочи. Давай, счастливого пути. И тебе чего? 1 товар. Спасибо тебе тоже. Получаю чаевые. Получаю хорошие отзывы. 40% у меня уже... О, Денис рулит. Бляха, муха, Дениска. Вот Дениска. Собака такая сутулая. Давай-ка мы с тобой. Подожди. Сейчас замажу все, блядь, в этой краске. Так. Нам с тобой нужно закрасить все белым цветом. Чтоб вся заправка была беленькая. Чтоб вся заправка была одного цвета, а то она какими-то кусками покрашена. Двумя вот этими, которые были в задании в первом. И все. Пока клиентов нет, мы с тобой занимаемся облагораживанием территории. Чутка прям, да? Прям чуть-чуть не загадился. Хорошо. Мне кажется, там машина подъехала. Тихо, закрой. Так, тебе чего? Тебе нужно вот столько налить. О, отлично. Так, в кассе. В кассе никого нет. Ну и ладно. Пошел я красить дальше. Интересное занятие, на самом деле, красить. Да, такое оно, знаешь, бляха-муха, развлечение. Дениска этот, блин, конечно, проказник. Тот еще. Взял, короче, захерил мне все стены. Были ж хорошие. Пусть облупленные, но хотя бы без надписей. Я ж потом покрасил, он опять, наверное, ко мне приходил. Когда он успел-то? Я ж не видел его. Может, я чем занимался полезным, важным. Хрен его знает, короче. Но факт остается фактом. Дениска напакостил. Замазал все стены этими своими каракулями и... И все. Осталось все, ничего, смотри, осталось-то всего, блин, $60 накопить. Это мы сейчас быстро. Это нам осталось один раз пробить и один раз заправить. Что быстрее, я всю заправку покрашу или $300 накоплю, не знаешь? А вот хрен его знает. Вот сиди гадай. Клиент у кассы, клиент у кассы. Сейчас приду. Сейчас приду, подожди, клиент у кассы. 2 товарчика, это быстро. Обращайся. Я уже мастерски просто все делаю. Так, теперь опять крашу. Клиенту топливо. Так, 248, то есть, ну, в принципе-то... В принципе, осталось все ничего. Наверное, все-таки я накоплю гораздо быстрее, нежели... Нежели... Пошел красить. Нежели... Покрашу всю заправку. А вот это потом нужно мазать, да? Тоже этой метелкой. Так, у тебя 1 товар. Да, да, да. Лайфсейвер, то есть я говорю, он говорит, что я спасаю жизни, что ли? Почему я спасаю жизни? Это что, он полицейский? Или я спас его, а он...
теперь пойдет спасать жизни. И получается, по итогу-то в цепочке первый я. Не знаю, логики, но мне кажется, что он говорит именно спасатель. И говорит, мой спаситель. А, наверное, мой спаситель, может, лайфсейвер. Черт его знает. Сказал, спасибо, мол. Хорошего дня там. Когда там русская озвучка-то будет? Что было, типа, спасибо. Хорошего дня. Может быть, есть уже фан-озвучка, да? Может быть, есть где-то уже. Можно найти. Я думаю, есть, блядь. Там люди быстро все это, оперативно все делают. Игра вышла, они уже русифицировали ее. Обычно так и происходит. Не осталось $17, и у меня будет мастерская. Но и осталось еще всего пару стеночек. Вот это вот уже меня гораздо больше напрягает. Что будет первое? Мне кажется, сейчас на кассу придет клиент, и я заработаю эти деньги. Тихо. Что-то мне там отзыв хороший оставили, наверное, на туалете. 57%, кстати, уже почти третий уровень. Да, ты как думал? Почти третий уровень. 285. А, то есть за краску все-таки денежку снимается, да? 285.20. Клиент у кассы. Подожди, клиент у кассы. 5 секунд, прям подожди, я сейчас приду. Блин, странно, 285 как был, так и осталось. 4 товара. У меня уже десяточка пробита, отлично. Тихо. Помыть надо, самое главное, чтобы у нас отзывов плохих не было. Давай, счастливого пути. 50%, смотри-ка, уже почти третий уровень. Пивасика мужику. Газировочки мужику. Еще пивасика мужику. 12. Отскинировано. Отскинировано у нас, да, отскинировано уже много. Так, и что это у нас получается с тобой? $300-то есть. Ну-ка, пойдем. Так, полочки особо не пустые. Пиво есть, вода есть, поесть что есть. Топливо вроде тоже как. Да, топливо-то у нас есть с тобой. Больше инфо. Да, у нас с тобой, смотри, 83 литра еще. Хорошо, так, восстановить. Отлично. И на этом мы с тобой, наверное, заканчиваем, потому что, ну, уже запись уже идет достаточно давно. Поэтому спасибо всем большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. Обязательно увидим с тобой в следующей серии и в других видосах. Обязательно приходи на стримы. И всем удачи, и всем пока.